Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусное праздничное блюдо из доступных продуктов. Используя обычную картошку и немного фарша, мы получим шикарные розы, которые наверняка оценят ваши гости. Приятного просмотра! Берем очищенный картофель, срезаем край и нарезаем остальную часть картошки тонкими слайсами, толщиной примерно 1-2 мм. Это можно сделать острым ножом или специальной шинковкой. Понадобится где-то 5-6 клубней картофеля. Дальше перекладываем пластинки картошки в миску, добавляем 1 чайную ложку соли, 3 столовых ложки подсолнечного масла, хорошо перемешиваем и отставляем в сторону минут на 10. В это время подготавливаем фарш. Натираем на мелкой терке 1 луковицу, на этой же терке трем оставшиеся неиспользованными края картошки. Добавляем 500 граммов мясного фарша. Можно брать любой, у меня свиной. Перемешиваем. Добавляем пол чайной ложки соли, пол чайной ложки черного перца и столько же молотой зиры или любых других специй на ваш вкус. Выдавливаем в фарш 2 зубчика чеснока и вымешиваем все руками до однородного состояния. Затем из полученной массы формируем 6 шариков одинакового размера и выкладываем их на застеленный бумагой для выпечки противень на расстоянии друг от друга. Теперь возвращаемся к картошке. За это время она пустила сок и стала более гибкой. Берем 4-5 пластинок картофеля, выкладываем их рядочком внахлёст, сворачиваем как можно плотнее и получаем бутон. Который вставляем в середину мясного шарика. Подравниваем фарш руками и продолжаем формировать розу, вставляя лепестки из целых картофельных слайсов или разрезав их пополам. Таким образом делаем все розы. И отправляем их в нагретую духовку. Запекаем 30-35 минут при температуре 180 градусов до полной готовности картошки. Вот и все. Вкусное и красивое праздничное блюдо готово. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.